Приветствую вновь всех гостей моего канала. Если вам понравится этот видеоролик и покажется интересным и полезным, просьба поставить лайк под видеороликом и оставить ваш комментарий. От души благодарю вас всех за поддержку. Мы не один раз уже открывали растительное масло и под крышкой обнаруживали маленькое пластиковое колечко. Но что с ним можно сделать, всегда думала я и каждый раз выбрасывала его в урну, не зная о том, что его можно использовать с пользой. В следующий раз не спешите выкидывать пластиковое колечко с под растительного масла, а вначале его аккуратно оторвите. Затем это колечко вставляем назад в бутылку поперек горлышка.